Итак, сегодня мы зашли в Адмиралтейский музей. Здесь я вижу всякие склепы, пока непонятно, кто здесь похоронен. Сейчас будем смотреть. Также есть маленькие склепы, судя по всему, там дети. Смотри-ка, сейчас будем смотреть. Красота, конечно, неописуемая. Сейчас сначала пройдемся. Странно, что здесь платный вход. Ну, как бы, такие места, похожие, обычно бесплатные. Елизавета Первая, Екатерина Первая, Петр Первый Великий. Вот, все. Получается, здесь Петр Первый лежит. Собственно, и бюст. Вот. Нашел я все-таки, где похоронен Петр Первый. Оттуда дальше не подойти. Вот Екатерина Вторая там. Вот. Петр Третий. Анна Первая, там Анна Первая. Вон могила Петра Первого, Екатерина Вторая. Ну, склеп, то есть, да. Вот. Красота, красота. Здесь, наверное, службу ведут. Так, пойдем дальше посмотрим. Как называется это, Настас? Александр Первый. Анна Петровна. Александра, Николай Первый, вот здесь похоронен, там Павел Первый, Мария, Александр Первый там, угу. Все, да, царская семья, все эти здесь покоятся. Мы еще здесь не смотрели. Константин какой-то. Маленький гробик Александра Александрович. Великий князь. Да, детей много. Здесь без надписи. Там получается цесаревич. Герой здесь. Мария, императрица Мария. Там Александр Третий. Здесь это писан государь, император Александр родился 845-й. 81-м номер скончался. 94-й. Там я не могу, раз Дарья какая-то, зрение не позволяет. Цесаревич. Александр Александровна. Императрицкая Александровна. Тоже маленький. Александра Михайловна. Анна Михайловна. Да, сколько дети умирали. Мария Михайловна.
Михаил, не могу прочитать. Елена. Блин, буквы такие, знаете, старославянские, сложно читаемые. Екатерина Михайловна. Так, а здесь тоже что-то такое интересное. Пойдем. Комната. Александр Михайлович. Михаил Николаевич, вроде Ольга. Плохо читается. Вот здесь вот, да, Николай Николаевич. Вот здесь вот хорошо читается, а вот там не очень. Вот они все-таки, где, оказывается, находятся склепы. Что, туда ходили? Выход? И все, что ли? Смотри, здесь какая-то такая подняться, чтобы... Ну, трибуна. И что, оттуда читают молитвы? Да, тут, наверное, службу несут. Интересно, эти склепы когда-нибудь скрывались? Ну, я тоже интересно, да? Да. Я знаю, что некоторые скрывались. Ну, конечно, вот про Петра знаю, что скрывалось. Я думаю, все скрывалось при коммунистах. При коммунистах все должно. А там что? А там? Да? Не хочешь? Хоровой концерт. Понятно. Все. Хоровой концерт. А потом извольте.